Шульц в кадре. Приветствую всех, кто с нами, и тех, кто впервые на канале и не понимает, что здесь происходит. У нас есть китайский эндуро-мотоцикл. В прошлом сезоне мы делали так, чтобы он валил на заднем с ручки газа, и у нас это получилось. За сезон он уже подубился, и мы решили сделать из него ярый супермотард. Впереди вас ждут две сочные серии с хорошим бюджетом, за которые мотоцикл полностью изменится. В нем все, абсолютно все детали будут либо заменены, либо изменены. И если вы готовы это увидеть, то подписывайтесь на канал и поехали! В общем, помыли мы нашего подопытного. Тут все разваливается. Кое-как его отмыли, потому что говнище было дофигище. И сейчас повезем его в наш штаб. Но у него скоро развалятся подшипники ступичные, прогрессия и прочее, прочее, прочее. Поэтому нам главное доехать. Поэтому... Гараж. Теперь без лишних слов, без лишней воды начинаем его разбирать. Надо все раскидать, все, что по отдельности было отдельно. Рама, маятник, траверса, вилка, все-все-все разбираем и начинаем красить. Поехали! Fuck working, my homies word is suburbans and dealing perp for the purpose, collecting currency currently. I'm conscious why you be closing your curtains. I'm sleeping early when chirping from birds is hurting in the early spring. You not worthy, I murder verses for certain. So warning me as a person to fuck with you is an urgency. The cops lurking, we're pushing this fucking work. Got a hoodie over my shirt, when they skirt up then I'ma flee the same bitch. Motivation below is grazing, it's overrated. Smoking dank in a lower basement, recorded statements. I think I'll take a break, sleeping and I'll wake and bake. I'm rarely happy, I'm locked inside my imagination. Sleep paralysis got me inside my astral body. When I sleep, I dream of crystal castles. Короче, разобрали мы мотоцикл, осталась вот рама с двигателем, все, колеса лежат там, маятник готовится, пластик, фара, проводка, все там. Сейчас все это подготавливаем к покрасочке и будем красить. Что мы узнали? Мы узнали то, что ступичным подшипником реально кобзец. Просто не рассыпаются, хрустят и не двигаются. А в прогрессии только один подшипник умер, и подшипники в маятнике, там где ось, они тоже... Чуть-чуть того уже, выработка большая, надо будет все это менять. Короче, все, что видим, все меняем. Все, что не покрашено, все красим. Что покрашено тоже. И будет красиво. Поехали. Every second I live, I just feel like I'ma die. I don't have no fucks to give. I just keep living my life. I need a pack with the smoke. I need to sip on some wine. I feel just like I'm a ghost. I don't like to be in the light. I don't like to go outside. I sit in my room and I bite. I wait till the day of night. Why? Just to open up my blinds. Please don't look into my eyes. I do not want you to die. You know that I got that knife. But if I put on my side, spirits are moving my every command. The rain will come down and the fire will dance. I am your sire, the king of the demons, the prince of the shadows. I'm at it again, moving in silence, but I'm never hiding. Bitch, nowhere to look if you really wanna find me. Look, you shook, you don't really want violence, but life against it when you're playing with fire. В общем, два дня мы уже живем в гараже без перерыва. Тут все, в принципе, собрали по части такой технической, да. Надо собрать еще проводку, то есть мы чуть косу переделаем, сделаем новую приборную панель из разных, из спидометра, там, ключа зажигания, все это скомпонуем как-то в одну приборную панель и перетянем в седло. Сейчас мы ждем выхлопную систему с пауэрбомбом, все дела, она чуть задерживается, еще не пришла, и мотардовское крыло, поэтому пластик пока мы не ставим, и нам еще тут с проводкой возиться. Для вас это пройдет чуть-чуть времени, а для нас несколько дней, и мы продолжим заниматься нашим проектом. Вот незаметно прошла неделя, мы вернулись к нашему проекту и сегодня занимаемся проводкой. Будем притягивать седло, вот наше седло, Old. Оно будет
каким-то вот таким вот. В общем, косу мы уже проложили. Сейчас у нас пайка. Спаяем всякие косы маленькие от приборов, от спидометра, датчик передач и так далее. Подключаем задние стоп-сигналы, поворотники. Ну, приборку, фару будем подключать, все это. Вот, и в принципе, за сегодня, надеюсь, мы сделаем эту часть работы. И останется только крыло, выхлоп и все такое, то, что нам еще идет. Пока делаем то, что у нас уже есть. Решили не делать приборную панель как панель, а просто прицепили на траверсу спидометр и замок зажигания. Вот. Ладно, начинаем паять. То есть продолжаем и смотрим, что у нас получится. Собственно, вот и все. Сегодня мы разобрались с проводочкой. Нам остался только спидометр, но задний фонарь, стоп-сигнал, поворотники, спереди все. Все пульты прикрутили, сделали крепление для замка зажигания. Парились с этим больше всего, потому что сверла у нас тупые, как мы, и они абсолютно не сверлят. Мы выбивали дырки гвоздями. Вот. Часть позаимствовали со старых креплений от приборной панели. Но, в принципе, все выглядит лаконично, минималистично, мне нравится. Вот, спаяли всю проводочку, развели аккуратненько на маленькие косички. И завтра продолжим, сделаем спидометр, сделаем что-нибудь еще обязательно. И, в принципе, будем уже финально собирать. Поэтому проект близится к концу, уже 90% завершено и ждем ништячки. В итоге решили мы с приборкой не заморачиваться. У нас на приборке индикатор нейтралки все равно не работает. Мы его вывели на датчик скоростей. Датчик поворотников мне нахрен не нужен, потому что они у меня пищат. И датчик дальнего света я вообще не понимаю, зачем он нужен, потому что и так видно, что он дальний. Вот, поэтому приборку мы не подключали, просто прикрутили мягкие валы, все. Сейчас чем мы займемся? Нам пришел выхлоп. Выхлоп нам пришел с пауэрбомбом. Вот такой вот миниатюрный, красивенький. Все швы, там все очень хорошо. Вообще, все ссылки на запчасти, на детальки, которые мы заказывали и ставили на этот мотоцикл, будут в описании. Абсолютно все ссылки я дам, чтобы вы нашли и тоже могли себе купить это. Сейчас мы ставим выхлоп, сейчас мы ставим новый трос сцепления и прокачиваем тормоза. В принципе, на этом все. И давайте за работу! Вот и подошли к концу несколько недель работы. Было проделано очень многое, мотик преобразился кардинально. Сегодня мы по мелочи уже поставили выхлоп, прокачали тормоза, заменили трос сцепления. И в принципе все, мотоцикл готов. Мы ожидаем только моторадовское крыло, которое задерживается. И сейчас мы будем притирать тормоза, потому что у нас новые тормозные диски, новые колодки. Вообще все в мотоцикле, практически все в мотоцикле новое.
А так, первая серия подходит к концу. Напоминаю то, что все ссылки на все запчасти, которые мы использовали в нашем проекте, будут в описании. В нашей группе ВКонтакте будут доп. Материалы, которые не вошли в эту серию. И чтобы не пропустить финал, мы его уже начинаем снимать, и совсем скоро он выйдет на канале, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и смотрите наши предыдущие видео. В финальной серии мы протестим его, скажем, что да как в нем изменилось, как он себя теперь ведет, с новым выхлопом, с новыми колесами, с новой звездой. И в целом покажем и расскажем, что у нас получилось из китайского эндуро-мотоцикла, получился ли у нас хороший мотард.